Сколько шампуня нужно, чтобы помыть машину? Литр, пол-литра, 200 грамм. Я сделаю это с одной ложкой, но шампунь при этом должен быть особым. Cherry Bubbles от Automagic. Все как обещал, погнали. Ложка, шампунь, ведро. Шампунь очень деликатный, использовать перчатки не буду. Добавьте в ведро шампунь в соответствии с инструкцией. Перемешайте. Предварительно ополосните автомобиль. Помойте автомобиль с помощью губки, включая кузов, колеса, стекла и зеркала. Смойте пену водой. И да, такой бутылки хватит примерно на год регулярных моек. По объему это примерно как 10 вот таких канистр. Сейчас принесу еще 9. Не надо, мне хватает Cherry Bubbles.